Итак, всем привет! Хотел рассказать в этом видео о том, как я столкнулся с муками выбора, когда захотел собрать ретро-консоль. Вот, насмотрелся в Ютубе роликов и захотелось мне собрать такой ретро-комбайн, где будут все известные старые ретро-игры: 8-бит, 16-бит, Game Boy, Dendy, Sega Mega Drive, Sega Saturn, там, PlayStation 1, ZX Spectrum мой любимый, вот. Но столкнулся с такой проблемой, что я не мог определиться, что же мне выбрать, на базе чего мне собрать эту консоль. Вот, собственно, хотел показать пару девайсов, в итоге я определился, собрал, но, может быть, кому-то будет полезно, и он сделает свой выбор в пользу того или иного устройства. Маленький шкет вот будет помогать мне снимать видосы. Вот. Основные устройства, на которых я думал развернуть ретро-консоль, это Raspberry Pi, либо Orange Pi, то есть микрокомпьютер одноплатный, потом TV-приставка, в частности X96 Mini, и, собственно, Sony PlayStation Classic Mini. Это консоль, которую выпустила Sony к 25-летию Sony PlayStation 1. Вот. У тех и других есть свои как плюсы, так и минусы. Вот. Ну, собственно, поэтому долго я думал. Хотя, казалось бы, можно было и на всех собрать. Собственно, я это и сделал. Но выбор я сделал в пользу X96. Вот. Ну, дальше расскажу, почему я так сделал. Ну, а вам уже решать. Итак, вот, я долго не мог определиться, но в итоге вот с помощью своих знакомых собрал несколько этих устройств и в одном месте, собственно, вот можете оценить. Ну, в данном случае у меня Orange Pi, вот, не Raspberry Pi, но в принципе это аналог. Вот так он выглядит, коробочка, вот. Вот так Sony PlayStation, полная упаковка с двумя джойстиками, и вот так выглядит X96, соответственно, ну, джойстик отдельно приобретается. Итак, вы можете сравнить размеры приставок. В принципе, Sony PlayStation, вот моя рука, да, то есть она умещается в ладоньке. Ну, X96 вообще крохотулька, тоненькая. Вот. Ну, соответственно, Raspberry Pi тоже, в принципе, маленькая, но вот такой вот корпус немножко самодельный. Вот, ну, кратенько покажу, как выглядит Sony PlayStation поближе. Уже слота USB, здесь, соответственно, HDMI-ный и кабель под зарядку. Вот, кнопочки нажимаются, но это, конечно, не открывается. Вот, reset, собственно, power и светоиндикация. Что касается X96 mini, то есть два порта, слот под карточку, вот, HDMI, Ethernet, питание, AV и под инфракрасный. Ну, собственно, вот. Есть два варианта: на 1 гигабайт и 8 гигабайт памяти, и два оперативки и 16 гигабайт встроенной памяти. Вот. Ну и, собственно, Raspberry Pi, Orange Pi и так далее. Их очень много разных комплектаций. В данном случае это Orange Pi Lite, по-моему. Ой, Orange PC 2 Plus, вот, если не ошибаюсь. То есть три порта, Ethernet, microSD, HDMI, питание, вот питание, это звук, да, питание, reset, ну и, собственно, кнопка power. Вот, и microUSB, да, кабель, вот. И, соответственно, тут есть встроенный Wi-Fi, где-то есть, где-то нет, то есть, ну, это уже нужно выбирать. Так что вот такие вот системы, так, сравним их по толщине. Вот, ну, соответственно, по расстоянию. Ну, далее вам покажу сравнительную таблицу своих, как бы, плюсов и минусов, которые я вывел в отдельную Excel-таблицу. Ну, собственно, и будете решать, что вам лучше залить. В таблице представлен самый бюджетный вариант на основе Orange Pi. Это Orange Pi P1, Lite, и там еще можно использовать Zero. Вот.
представитель консоли — это Sony PlayStation Classic, представитель TV приставок на Android — это X96 Mini, и самый популярный вариант одноплатных — это Raspberry Pi 3B+. Характеристики, разъемы, которые обладают устройства, которыми обладают устройства, операционные системы, которые на них можно поставить, именно для ретро-гейминга эти операционные системы. Ну и для меня очевидные плюсы или минусы того или иного устройства. А также я указал, ну это лично для меня, цена, которую можно найти на Авито Юлета, то есть бэушную, и цена новых устройств. Ну и, соответственно, вот записал тут видео с экрана, как выглядят сайты этих операционных систем, где можно их, в общем-то, зайти на сайт, скачать, посмотреть, как они выглядят, что они поддерживают, под какие, ну, какие устройства они поддерживают, какие системы игровые поддерживают та или иная операционка. Вот, то есть по каждой вот, ну, посмотреть, пробежаться, вот, там же можно скачать. Вот, правда, Retro Orange Patch что-то раньше я скачивал, а сейчас, ну, надо разбираться, ну, что-то какой-то донат просит. Но это уже сами уже решите, если будете на Orange Patch, там, я думаю, можно найти. Ну, либо задонатить, что, в общем-то, тоже приветствуется. На этом все. Надеюсь, обзорчик помог вам как-то определиться с устройством. Ну и видео понравилось. Если понравилось, ставьте лайки. Пока-пока. До новых встреч.